рулетики с семгой, торт печеночный, осетр запеченный, пирог с капустой обычно, пирожки с мясом и курочка запеченная. Масленица, окончание зимы. И, соответственно, вот это будет традиционное блюдо, напоминающее солнце. Как сказала коллега, с разными начинками. Привет из Беларуси. Вот это у нас колбаска, вот это блинчики, это ладушки, это печенье. И там наш вкусный зефир. А это мочанка. В нее нужно блинчики макать. А вот там это что? Там колбаска. Сало белорусское, да? Да. А вот мы привезли еще что? Специально для гостей угостить сок березовый. Да. Из дерева березы его делают. Это квас хлебный. Квас хлебный. Добро пожаловать, приезжайте, пробуйте на месте. Дома в Беларуси свежие еще вкуснее будет.